Начало положено. Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Агдамский район. Там он заложил фундамент 4 новых сел. На территории больше 1000 гектаров планируют построить новые дома для 14 тысяч человек. Здесь создадут все необходимое для комфортной жизни. Школы, детские сады, медпункты, рынки и спортивные площадки. А для развития сельского хозяйства возведут фермы, предприятия по производству молочных продуктов, сухофруктов, комбикормов, пункты по заготовке коконов и разведению гусениц шелкопряда.